Перед началом просмотра прошу поставить лайк и подписаться на канал. Зимние каникулы в семье Агаты Муцениеце всегда особенные. В первые дни января знаменитость отмечает не только новогодние праздники, но и день рождения своего старшего ребенка. Так, вчера сыну артистки Тимофею исполнилось 8 лет, о чем Муцениеце поспешила сообщить поклонникам в соцсетях и трогательно поздравить мальчика. Ты моя проверка на честность и человечность. В этот день 8 лет назад я научилась любить и перестала быть эгоисткой. Ты делаешь меня лучше каждый день. Спасибо, что появился на свет, написала актриса в микроблоге, признавшись, что Тимофей изменил всю ее жизнь. Позднее экс-жена Павла Прилучного показала в Инстаграм, как подготовилась ко дню рождения наследника. Утро мальчика началось с поздравлений в домашнем кругу. Звездная мама украсила дом воздушными шарами, подарками и сняла на видео восхищенную реакцию сына. Празднование 8-летия мальчика состоялось тем же вечером. На мероприятие были приглашены друзья Тимфея с родителями, а также подруги самой Агаты, которые не отказались принять участие в детских забавах. Гости веселились вместе с аниматорами, участвовали в конкурсах и зажигали на танцполе. Однако гвоздем вечера стала аэротруба, в которой попробовали полетать и взрослые, и юные друзья Тимофея. Завершился праздник, как всегда, поеданием торта, который имениннику вынесла сама Муцениеце. К слову, звездный отец мальчика не был замечен ни на одном кадре. Возможно, Прилучный не явился на праздник в честь сына из-за напряженных отношений с актрисой. Не исключено также, что артист находится на съемках в другом городе, из-за чего не смог лично поздравить мальчика. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии.